Вот, в кои веки пришел этот эпицентр специально. А там бирка висит. Вокруг ли аптека есть? Вот такая тут бирка висит. Закрыт на плановый косметический ремонт до открытия. Дата открытия будет сообщена дополнительно. Пролет, однако. Бомба находится на разминировании, как говорят. Ну, тогда зайду в Акрополь. Там посмотрю, может быть, чего-нибудь. Нужен мне компьютерный отдел. Я старые магазины компьютерные почему-то закрыты все. Новых я не знаю, где находится. Вот. Отстал от жизни, оторвался от малой родины. Надо будет как-то разведку проводить новую. Чем я не люблю перемен? То, что хорошее исчезает. Кстати, вместо компьютерных магазинов понаоткрывали кучу банков. Улица Горького. А там улица профессора Баранова, вот, в сторону Верхнего озера. Она полностью перерыта и, как говорят, закрыта. Закрыты вот те товарные отделы, где, ну, не продуктовые, а шмутки всякие продавались. Говорят, все сносят, все убирают. Опять граждане будут метаться и искать, а где ж купить подешевле. Так, что здесь у нас? Досугоделовая зона вдоль улицы профессора Баранова и проезда Озерного в городе Калининграде. Так, проезд Озерный. Ну, вроде как эта улица всегда называлась Баранова, вроде было. Ладно. С географией тоже проблемы, смотрю, возникают у меня. Хотя эта улица всегда вроде как называлась профессора Баранова. Начинается она от площади. Вот она. Вот пройду специально, просто засниму эту стройку для памяти. Что здесь было и что здесь будет. Всю улицу вывернули наизнанку. Да, и дальше там прохода, наверное, нет. Там. Да. На центральном рынке в молочном павильоне покупать. Выбор большой и все бедненькое. Дальше дороги нет. Да, прямо как будто там какая-то змея проползла под дорогой, все забугрило. Чтобы перед праздником не закрывать, они вот. Пойдем, нет? Не там, вот еще.
Фасад рынка, кстати, тоже ремонтируется центрально, вон вещь в зеленых тряпках. То есть постные Калининграда сейчас место постных ремонтов и строек. Не знаю, как они до Олимпийских, до чемпионата мира успеют по футболу или нет.